Во дворце спорта «Юбилейный» прошел чемпионат Карачаева-Черкесии по шахматам среди мужчин, женщин и в трех категориях. Лучших определяли по блицу, а также в классических и быстрых шахматах. О состязаниях и победителях битвы интеллектуалов расскажет Ахмат Халкечев. Чемпионат республики по самому интеллектуальному виду спорта собрал 131 участника. Это победители и призеры муниципальных этапов состязаний. Как рассказывает президент спортивной федерации шахмат Карачаева-Черкесии Казбек Акбаев, победители и призеры чемпионата республики войдут в состав сборной команды нашего региона и получат возможность представлять республику уже на чемпионате Северокавказского федерального округа. Турнир идет по швейцарской системе, 8 туров. Получается, мы дети, там взрослые играют 8 туров. И кто больше баллов набирает, тот и чемпион республики. То есть возрастных категорий нет? Нет. Ну, это у нас как взрослые же, получается. Ну, какие-то побочные призы мы делаем для детей, которые участвуют. Вначале сильнейших определили среди любителей классических шахмат. Здесь лучшим среди мужчин оказался Аслан Тишилеев, представляющий Черкесск. Ну а среди девушек победила Лена Магометова, тоже представительница республиканской столицы. Какие планы на это? Нужно очень сильно готовиться. Нужно, во-первых, нужно быть морально крепким, потому что приходится очень сильно выдерживать психологическое давление. Ну и, конечно, подготовка домашняя, то есть когда все шахматисты готовятся дома, приготавливают какие-то ловушки, какие-то свои варианты. И такую подготовку обычно проводится с тренером. Во второй день состязаний застало в черно-белый квадрат сели игроки в категории быстрых шахмат. Среди мужчин победил Мухтар Лайпанов из Малокарачаевского района. А среди прекрасной половины лучшей стала Земфира Айбазова из Усть-Джугутте. Завершили соревнования игры шахматистов в категории блиц. В очередной раз первыми стали Мухтар Лайпанов и Лена Магометова. Ахмат Халкечев, Мухаммед Ашибоков, Вести Карачаева, Черкесия.